Передачи канала BBC ⁇ Шпион в дикой природе ⁇ очень популярны. Цель этих экспериментов ⁇ изучение поведения видов в их естественной среде. Сначала создают куклу, имитирующую животное. Внутри манекена есть камера, а также множество скрытых камер устанавливают поблизости от того места, где куклу оставляют когда такую куклу оставили в индийском Раджастане, чтобы изучить поведение лангуров, то зоологи даже не представляли, что их ждет. Сначала один примат пытался растормошить куклу, чтобы с ней поиграть. Но она только уронила малыша. Сразу же к нему подбежала другая, они словно пытались оживить его. Но когда они поняли, что ничего не помогает, вся стая поменялась на глазах. Было сразу понятно, что все лангуры сильно расстроились. Лги выглядели как скорбящие люди. Они собрались вокруг манекена и по очереди легонько прикасались к ней, будто прощались. Более взрослые обезьяны начали обнимать молодых, чтобы их утешить. Невероятно, в них больше человечности, чем многие предполагали. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!